Всем доброе утро, друзья мои, всем хорошего настроения. Утро хорошее, птицы поют, собачки лают, все хорошо. И солнышко уже светит, но я надеюсь, что сегодня оно будет не очень жарким. Вчера было очень жарко, плюс 39. Но, правда, это было часа в два. Как раз когда солнце было в зените, но очень было жарко. Даша, пошли попьем кофеек и будем заниматься каким-то делом. Я пью кофеек. Сейчас вам покажу. Вот. Планов на сегодня я никаких не намечала, потому что в течение дня придут ребята мерить окна. Разве что вот полью сентябринки. Бутончиков очень много. И уже начинают цвести. Видите? Даша, пахнут цветочки, да? Это же надо. В одну секунду поменялась погода. Поднялся сильный ветер. Сверчки моментально умолкли. Прислушивается, что случилось. Я пила кофе, слушала сверчков. Так красиво пели и моментально умолкли. Закончилось лето, наступила осень. Это я почувствовала. Похолодало. Мне нужно внести в комнату комнатные цветы, которые у меня жили на улице. Некоторые из них нужно пересадить. И я пришла в лес набрать хорошей земли. Нужно срочно их пересадить и внести в дом. Потому что ночи стали холодные, а комнатные цветы не любят ночных холодов. День сегодня просто пролетел. С утра ждала ребят, пока приехали ребята, померили окна, долго мерили. Сейчас поехали в офис и считают смету. Мне тоже интересно, сколько же будут мне стоить эти окна. Начала копать землю, выкопала шмеля. Он спрятался на зиму, а я его откопала. Сейчас закопаю обратно. Нарыла, как кротик, земли. Хорошая земелька. Цветочки любят лесную землю. Я думаю, они будут довольны. Ну, по-моему, достаточно. Ветер, и в лесу тихо. Птицы не поют, только ветер шумит. Набрала земли, иду домой. Вспомнила, что я еще не обедала. Кофе как попила и ничего не обедала. Сейчас, наверное, я себе на мангале поджарю мяско. Пока мангал прогорит,
Я пойду пересажу хоть один цветочек. Пожалуй, я начну с денежного дерева, потому что мне сюда нужно только добавить земли. Я его недавно пересаживала, он в хорошем состоянии. Сегодня, к сожалению, день не для съемок. Ветер аж гудит. Снимаю какими-то кусочками, урывками. Итак, один цветочек готов. Мяско жарится. Я сегодня и не завтракала, и не обедала. Скоро ужин. Буду ужинать мясом. Это же так неправильно, ужинать мясом. Но я же не каждый вечер ужинаю мясом. Это такое бывает очень редко. Так что ничего страшного. Пока мясо остывает, я не ем горячего мяса. Вырву грушу на десерт. В прошлом году было всего 3 груши, но они были очень большие. Поэтому я думала, что мои груши еще зеленые. Раз они такие маленькие, пока одна не упала, я попробовала, а груши-то ведь уже спелые, просто очень маленькие. Не очень маленькие, а меньше, чем в прошлом году. Я ожидала, что они будут крупнее. Но очень вкусные, очень. Так что на десерт у меня сегодня вот такие вот вкусные грушки. Друзья мои, а с вами, наверное, я сегодня попрощаюсь, а сама пойду есть мясо. Потому что мне еще монтировать нужно видео. У меня вечная проблема со звуком. Я никак не научусь регулировать звук. Потому что музыку я беру в одной программе. Вступление беру в другой программе, а все в кучу свести для меня оказалось очень непростым делом. Не умею я регулировать звук. Наверное, в какой-то из программ несовместимые децибалы, или как они там правильно называются. Так что вы уж меня извините, друзья мои, если звук слишком резкий и внезапный. Я все-таки постараюсь научиться регулировать звук. А сегодня, друзья мои, я вам всем дарю вот эти прекрасные розы и говорю вам до свидания. Будьте здоровы, до скорой встречи!